Перед домашним матчем 14-го тура с Химками крылья Советов набрали хороший ход. Команда в чемпионате выиграла 3 из 4 последних игр. А вот подмосковный коллектив наоборот, за 2 тура набрал только 1 очко. Поэтому гости встречу начали активнее, но самарцы, сдержав стартовый натиск Химок, стали больше атаковать. На 20-й минуте встречи Антон Зиньковский прорвался по левому флангу, обыграл защитника и навесил в штрафную. На его подачу откликнулся Владислав Сарвели, который пробил голкипера гостей и открыл счет в матче. Но в целом матч, наверное, у нас получился. Конечно, гол, который мы забили в середине первого тайма, он раскрыл игру. И после этого мы всю игру были ближе к победе, чем соперник. Еще до перерыва крылья отличились еще раз. Вновь Антон Зиньковский навесил в штрафную. Первым на мяче оказался Иван Сергеев, удар пяткой которого рукой прервал защитник Максим Карпов. Арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора. 11-метровый уверенно исполнил сам Иван, который в ближайшие недели будет помогать сборной России отобраться на чемпионат мира по футболу. Для игрока это первый вызов в национальную команду. То, как прогрессирует Ваня, позволит ему и сборной быть конкурентоспособным. После перерыва Химки постарались отыграться, но забить так и не смогли, а крылья стали действовать более осторожно, выжидая ошибку соперника. На 71-й минуте гости оставили в штрафной Романа Ежова, который точно пробил в дальний угол, установив окончательный счет 3-0. Соперник выжил свои моменты. К сожалению, при счете 0-2 у нас появились моментики. Опять же, перекладины попали. О чем я говорил, надо бить, потому что без ударов голы не получается. И, соответственно, там у Мирзова был еще момент, он не попал в створы. А так, я думаю, может быть, что-то и поменялось, забей один мяч. После победы крылья Советов имеют в своем активе 22 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч самарцы проведут дома 20 ноября против Урала, который занимает последнее место. Андрей Горгуленко, «События».